Все жертвы мира во имя эго. Сохранив жизнь, эстонский Запад не баловал ее разнообразием. Певец удил рыбу, перебивался случайными заработками и даже получал правительственную субсидию. Ему не рукоплескали восхищенные слушатели, восторженные поклонницы не вызывали на бис. Надежды и разочарования исполняли его душу, что принадлежала поэзии и была вне форм. Воспоминания и упования питали ее. Серебряная соната. Я стою у окна, серебреющее по вечерье, и смотрю из него на использованные поля, где солома от убранной ржи ощетинила перья и настрожилась заморозками пустая земля. Ничего, ни от вас лепестки белых яблонек детства, ни от вас кружевные гондолы утонченных чувств. Я растратил свой дар, мне врученное Богом наследство, обнищал, приутих и душою расхищенной пуст. И весь вечер без слов, без надежд, без мечты, без желаний, машинально смотря, как выходит из моря луна, и блуждает мой друг по октябрьской мерзлой поляне, тщетно сились в тоске мне помочь, я стою у окна. 1925. 23 года жизни на эстонском Западе с 1918 по 1941. Поэта, обожавшего русский север, со многим примиряют, в чем-то убаюкивают. Душа застывает, но не во льдах водопадного сердца, а в серых торосах молчания. Она оттаивает лишь в те мгновения, когда немудрый разговор теплит самовар или салазки мчатся с крутой горы меж густых зарослей кедров. «Я теперь понял северянина», – сказал Александр Блок по весне в 1914 году. «Это капитан Лебяткин. Я даже думаю написать статью «Игорь Северянин и капитан Лебяткин». И прибавил. «Ведь стихи капитана Лебяткина очень хорошие». Не более чем сон. Мне удивительный вчера приснился сон. Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока. Лошадка тихо шла, шуршало колесо, и слезы капали, и вился русый локон. И больше ничего мой сон не содержал, но потрясенный им, взволнованный глубоко, весь день я думаю, встревоженно дрожа, о странной девушке, не позабывшей Блока. 1927 год. Блок, северянин, эго-футуризм, все сон, как эта девушка с русым локоном и томиком стихов. Да и была ли вообще громокипящая мирская слава? Не такая же ли это выдумка, самореклама, обман зрения? Или от пролога до эпилога один шаг? 1911 год. Сон в ноябрьскую ночь. Нелегко быть министром, а великим человеком и того хуже. Все дни разобраны, все часы рассчитаны. Пошел бы в гости, влез бы в халат, но близится приемный час, и надо быть в крахмальном белье и во всем авантаже. Попробуйте, например, представить себя в положении поэта Игоря Северянина. Вы спросите, откуда можно знать уклад его жизни? Он сам объявляет о нем в следующем заявлении на обложке своей только что вышедшей брошюрки «Пролог эго-футуризма».
Я принимаю редакторов, желающих иметь мои поэзы на страницах своих изданий по вторникам от 5 до 6 часов вечера. Мои условия – 1 рубль за строку рукописи и годовой экземпляр издания. В некоторых случаях – гратис. Издателей я принимаю по средам от 5 до 6 часов вечера. Начинающих поэтесс и поэтов, так часто обращающихся ко мне за советами, я с удовольствием принимаю по воскресеньям от 1 до 2 часов дня. Для литераторов, композиторов, художников и артистов я дома по четвергам от 1 до 3 часов дня. Устроители концертов и читатели принимаются мною по пятницам от 3 до 4 часов дня. Интервьюеры могут слушать меня по субботам от 2 до 3 часов дня. Измайлов. Тернии славы или сон в ноябрьскую ночь. Два предислова. Первое. Когда я в стихах фривольно пишу о минувшем дне, я делаю многим больно, но делали больно и мне. Ведь все-таки я ироник с лиризмом порой больным. Смешное семейный хроник не может не быть смешным. Владимир Иванович, милый, узнал ты себя, небось? Ну что же, в ответ гориллой и ты в меня в шутку брось. И все вы, и все вы, все вы, кого смеял, шутя, простите мои напевы за тем, что поэт – дитя. Второе. Чем проще стих, тем он труднее. Таится в каждой строчке риф, и я в отчаянии бледнею, встречая лик безликих рифм. И вот передо мной дилемма. Стилический ли выкрутас, безвыкрутасная ли поэма, в которой солнечный экстаз? Пусть будет несколько сырое, обыденное во втором, но выбираю я второе своим пылающим пером. И после белого и блока, когда стал стих сложнее, чем танк, влюбленный в простоту глубоко, я простотой иду ва-банк. Из автобиографического романа «Колокола собора чувств». Это настоящий свежий детский талант. Куда он пойдет, еще нельзя сказать, что с ним стрясется, у него нет темы, храни его Бог, Александр Блок. Что с ним стряслось, известно. В годы эмиграции поэт дал более 40 концертов в Эстонии. Активно гастролировал по Литве, Латвии, Польше, Германии, Чехословакии, Финляндии, Болгарии, Румынии, Югославии. В феврале 1931 года он выступал в залах Дебюсси и Шопен в Париже. На втором выступлении 27 февраля его слушала Марина Цветаева. Единственная радость, не считая русского чтения Мура, Алиных рисовальных удач и моих стихотворений за все это время, долгие месяцы, вечер Игоря Северянина. Он больше чем остался поэтом, он стал им. На эстраде стояло 20-летие, стар до обмирания сердца, морщин, как у 300-летнего, но занесет голову, все ушло, соловей. Не поет, тот словарь ушел. При встрече расскажу все, как было, пока же первый мой поэт, то есть первое сознание поэта за 9 лет, как я из России. Марина Цветаева из письма Андронникова и Гальберт. Пролог. Вы идете обычной тропой, он к снегам недоступных вершин. Мира Лохвицкая. Прах Миры Лохвицкой осклепен, крест изменен на мавзолей, но до сих пор великолепен ее экстазный станс аллей. Весной, когда себя ломая, пел хрипло Фофанов больной, к нему пришла принцесса Майя, его окутав пеленой. Увы, пустынно на опушке Олимпа грезовых лесов. Для нас державиным стал Пушкин, нам надо новых голосов. Теперь повсюду дирижабли летят пропеллером ворча, и ассонансы точно сабли рубнули рифму сгоряча.
Мы живы острым и мгновенным, наш избалованный каприз – быть ледяным, но вдохновенным, и что ни слово, то сюрприз. Не терпим мы дешевых копий, их примелькавшихся тонов, и потрясающих утопий мы ждем, как розовых слонов. Душа утонченно черствеет, гнила культура, как ракфор, но, верю я, завеет веер, как струны брызнет сок амфор. Придет поэт, он близок, близок, он запоет, он воспарит всех муз былого водолисок, своих любовниц превратит. И опьянен своим гаремом, сойдет с бездушного ума, и люди бросятся к триремам, русалки бросятся в дома. О, век безразумной услады, безлистно-трепетной весны, модернизованной Эллады и обветшалой новизны! Лето 1911-го. Тылицы. Последнее публичное выступление поэта состоялось в зале Братства Черноголовых 14 марта 1940 года. Это был юбилейный вечер по случаю 35-летия литературной деятельности. Хронический туберкулезник зиму 1940-41 годов, поэт много болел. В мае состояние резко ухудшилось, из-за чего не удалось эвакуироваться с началом войны. В октябре 1941 года Игоря Васильевича перевезли в Таллин, где 20 декабря он скончался в возрасте 54 лет. Можете себе представить, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье заняты. Только и отдохнуть, что в понедельник. И что творится в покоях поэта? С утра суетятся издатели, редакторы, художники, фотографы, портретисты, композиторы, артисты, устроители концертов, интервьюеры, репортеры, начинающие поэты, поэтессы, почитатели, поклонницы. Что там приемы министров? Детская игра. Поэт, видимо, только и знает, что выступает на вечерах, позирует перед художниками, уговаривается с издателями, редакторами, беседует с интервьюерами, разрывающими его на куски. Жаль только, что не указано, где печатаются эти интервью и на каких концертах и собраниях можно видеть поэта. О просителях автографов, которые лично являются к великому поэту и присылают 30 тысяч курьеров, господин Игорь Северянин умалчивает, очевидно, по своей невероятной скромности. Но можно себе представить, как они ломятся, эти несносные честолюбцы, тщеславящиеся вниманием знаменитостей, в его двери с утра до вечера. Что там театр Станиславского или Мариинская опера? Жизнь за автограф! В понедельник, вероятно, автор только и делает, что пишет автографы. Какой пышный, какой волшебный сон! Как хорошо быть поэтом и мечтателем! Жаль лишь, что к редким избранникам приходит такая сногсшибательная слава, и один из миллиардов может сказать о себе, как говорит господин Игорь Северянин в своей брошюре в 4 странички «Мал золотник да дорог». «Я прогремел на всю Россию, как оскандаленный герой. Литературного мессию во мне приветствуют порой». Измайлов, «Тернии славы» или «Сон в ноябрьскую ночь». Не мне в бездушных книгах черпать для вдохновения ключи. Я не желаю исковеркать души свободные лучи. Я непосредственно сумею познать неясное земле. Я в небесах надменно рею на самодельном корабле. Влекусь рекой, цвету сиренью, пылаю солнцем, льюсь луной, мечусь костром, беззвучу тенью и вею бабочкой цветной. Я стыну льдом, волную сфинксом, порхаю снегом, сплю скалой, бегу оленем к дебрям финским, свищу безудержной стрелой. Я с первобытным неразлучен, будь это жизнь ли, смерть ли будь, мне лед рассудочный докучен, я солнце, солнце спрятал в грудь. В моей душе такая россыпь, сияние жизни и тепла, что для меня несносна поступь
бездушных мыслей, как зола. Не мне расчет лабораторий, нет для меня учителей, парю в лазоревом просторе со свитой солнечных лучей. Какие шире, дали, виды, какая радость, воздух, свет! И нет дикарству панихиды, но и культуре гимна нет. Октябрь 1909, Петроград. Я прогремел на всю Россию, как оскандаленный герой. Литературного мессию во мне приветствуют порой. Порой бронят меня площадно, из-за меня везде Содом. Я издеваюсь беспощадно над скудомысленным судом. Я одинок в своей задаче, и от того, что одинок, я дряблый мир готовлю к сдаче, плетя на гроб себе венок. Лето 1911-го, Дылицы. Близкие и родные люди, выплеснутые живым океаном, навещают одиноких и замкнутых в себе пилотов на орбите исследовательской станции Соляриса. Удивительный сон о девушке, стихи читавшей Блока. Весь день все мысли о ней, и вечером сквозь сумрак коридора одно и то же видение, естественное, как русы локон, тревожное, как чувство любви. Постоянные возвращения одного и того же предмета мысли, политерии, чудище. Океан возвращает людям их души, самое сокровенное и дорогое в них. Дилемма, которую мы не сможем разрешить, мы преследуем самих себя. Политерии применили только подобие избирательного усилителя наших мыслей. Поиски мотивов этого явления – антропоморфизм. Где нет человека, там нет доступных для него мотивов. Чтобы продолжать исследование, необходимо уничтожить либо собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое не в наших силах, второе слишком напоминает убийство. Станислав Лем, Солярис. Всеприемлемость. Одно сказать, все люди правы, иное – оправдать разбой. Одно – искать позорной славы, иное – славы голубой. Холопом называть профана не значит брата мужиком, я, слившийся с природой, рано с таким наречием не знаком. Любя культурные изыски, не меньше истых горожан, люблю все шорохи, все писки весенних лесовых полян. Любя эксцессные ликеры и разбираясь в них легко, люблю зеленые просторы, дающие мне молоко. Я выпью жизнь из полной чаши, пока не скажет смерть: пора. Сегодня гречневая каша, а завтра свежая икра. Прав был Блок, действительно детский талант, талант, который трагедию жизни превратил в грёза-фарс. Ты кукла, но ты об этом не знаешь. А ты знаешь, кто ты? Станислав Лем, Солярис. Да и что можем мы знать о том великом эго, которое ощутил в себе поэт, о том океане мысли, что звучал в нем, эго, воспетом им всерьез, а не для шутки, не для пародии? В полудреме мы заглядываем за горизонт и вовсе не желаем избавиться от власти вещей с ее триады измерений, перебороть скудного течения до предела политизированной жизни. Что можно знать о трансцендентальном, о том, на первый взгляд, потустороннем, но живо присутствующем в нас мышлении, не сводимом к привычному «я мыслю»? Мыслящий океан, омывающий всю планету Солярис, наблюдал Станислав Лем. Океан мысли разлит не только по глубинам и безднам планеты, океан пронизал всех и вся. Живой океан действует, да еще как. Правда, он действует иначе, чем представляют себе люди. Он не строит ни городов, ни мостов, ни летательных аппаратов, не пытается ни победить, ни преодолеть пространство. Он занят тысячекратными превращениями. Станислав Лем, Солярис. Поэза эго моего.
Из меня хотели сделать торгаша, но торгашеству противилась душа. Смыслу здравому учились детских дней, но в безразумность влюбился соловей. Подзаконные все стремились подвести, беззаконию удалось закон смести. И общественное мнение я презрел, в предрассудке выпускал десятки стрел. В этом мире только я, иного нет, излучаю сквозь себя огни планет. Что мне мир, раз в этом мире нет меня? Мир мне нужен, если миру нужен я. На кантианскую вещь в себе и непознаваемость мира северянин отвечает: «Что мне мир, раз в этом мире нет меня? Мир мне нужен, если миру нужен я». Мир, из которого больное воображение исключает Творца, смысл не только бытия, но и всякой захудалой вещи, это мир, лишенный раздельности, мир, в котором нет отличия между добром и злом, большой черный тюремный сон Поля Верлена, беспамятство. Люби раздельность и лучи в рожденном ими аромате, Иннокентий Анинский. Но нет раздельности, если нет мысли, и весь свет превращается в одну черную точку. Мир свертывается клубком, и потом и нити клубка исчезают. Недаром правописание велит ставить точку в конце всякой мысли. Конец. Точка. Безмолвие. Человек, упрямый и склонный к парадоксам, мог по-прежнему сомневаться в том, что океан живой. Но опровергнуть существование его психики, безразлично, что понимать под этим словом, было уже нельзя. Стало очевидно, что океан отзывается на наше присутствие. Такое утверждение отвергало целое направление в солеристике, провозглашавшее, что океан – мир в себе, жизнь в себе, что в результате повторного отмирания он лишен существовавших когда-то органов чувств и поэтому никак не реагирует на внешние проявления или объекты, что океан сосредоточен лишь на круговращении гигантских мыслительных течений, источник, творец и создатель которых находится в бездне, в рулящей под двумя солнцами. Станислав Лем, Солярис. Эго полонез. Живи живое, под солнце бубны, смелее люди в свой полонез, как плодоносны, как златотрубны снопы ржаные моих поэз. В них водопадит любовь и нега, и наслаждение, и красота, все жертвы мира во имя эго. Живи живое, поют уста. Во всей вселенной настолько двое, и эти двое всегда одно – я и желание. Живи живое, тебе бессмертие предрешено. 1912. Веймар. Конец. Точка. Безмолвие. И чтобы начать новую мысль, чтобы написать заглавную букву, нужны и ухо, и глаз, а главное – желание узость своего мышления раздвинуть до границ трансцендентального. Во всей вселенной настолько двое, и эти двое всегда одно – я и желание. И только эти двое – я и желание – живы. Остальное – физиология, остальное – в поэзии для беженцев. Поэза для беженцев. В этой маленькой русской колонии, здесь спасающий от беззаконий свои бренные дух и тела, интересы такие мизерные, чувства подленькие, лицемерные, ищут все лишь еды и тепла. Все едят, это очень естественно, и тепло в наше время существенно, с этим спорить не будет никто. Но ведь кроме запросов желудочных и телесных есть ряд мозгогрузочных, кроме завтраков, дров и пальто. Есть театр, есть стихи, есть симфонии, есть картины. Если в Эстонии ничего нет такого для вас, соотечественники слишком русские, виноваты вы сами, столь узкие, что теряете ухо и глаз. Если здесь, в деревушке, подобного ничего не найти, кроме сдобного хлеба, можно давать вечера,
музыкально-поэзо-вокальные, можно пьесы поставить лояльные и, пожалуй, плясать до утра. Можно вслух проштудировать Гоголя. Ах, сознайтесь, читали вы много ли из него в своей жизни, друзья? Можно что-нибудь взять из Некрасова, путешествие взять Гатерасова, если Ницше, допустим, нельзя. Но куда вам такие занятия, вызывающие лишь проклятия? Лучше карты, еда и разврат, лучше сплетни, интриги и жалобы, что давно де войскам не мешало бы взять для ваших удобств Петроград. В эмиграции Игорь Северянин суров по отношению не столько к своим слишком русским соотечественникам, сколько к самому себе. «Что нужно знать?» – спрашивает он самого себя. Видимо, рифма стихии с Россией не случайна, как, в общем-то, не случайно все поэтическое. В почковании, росте, распространении этого живообразования, в его движениях, в каждом отдельно и во всех вместе, проявлялась какая-то, если можно так сказать, осторожная, но не пугливая наивность, когда оно пыталось самозабвенно, торопливо познать, охватить новую, неожиданно встретившуюся форму, и на полпути вынуждено было отступить, ибо это грозило нарушением границ, установленных таинственным законом. Какой невыразимый контраст составляло его вкрадчивое любопытство с неизмеримостью, блестевшей от горизонта до горизонта. В мерном дыхании волн я впервые так полно ощущал исполинское присутствие, мощное, неумолимое молчание. Погруженный в созерцание, окаменевший, я опускался в недосягаемые глубины и, теряя самого себя, сливался с жидким, слепым гигантом. Я прощал ему все без малейшего усилия, без слов, без мыслей. Станислав Лем, Солярис. Что нужно знать? Ты потерял свою Россию, противоставил ли стихию добра стихии мрачной зла? Нет? Так умолкни, увела тебя судьба не без причины в края неласковой чужбины. Что толку охоти тут жить? Россию нужно заслужить. 1925. Стихия зла и претворение добра. Первая стихия, вторая стихия. Воскрешение давно забытых мифов. Проблема Солярис в самом человечестве. Мы – эмигранты на родной планете. Мы ничего не хотим от нее, кроме удовлетворения потребностей своей ненасытной натуры, еды, тепла. Интересы такие мизерные, чувства подлинные и лицемерные. И нам не важна ее душа, нам не важна и собственная душа, ведь мы ее трусливо сводим к эготическому «я», которое якобы может мыслить само по себе. В силу ленности и неверия наша суть неизвестна нам самим. И когда божественные видения, океанические политерии посещают поэта на его мызе в Ивановке, гений, спасающий наше мышление от убиения в самом себе, невольно пугает малохольных сородичей. Салонный лев, стихотворец дурного вкуса, самодовольный гордец, мнивший себя гением. Таковы ходячие суждения об Игоре Северянине. Урбан. Образ человека, образ времени. О, человечество! Над солнечной эмали начертаны слова, как упоение вздох. О, если бы человечество еще умело читать, не по складам, прописные истины букваря, а целокупными чашами восприятий, политерии света. Какое эго, какие силы удерживают страну на краю? Когда ночами? Когда ночами все тихо-тихо, хочу веселья, хочу огней, чтоб было шумно, чтоб было лихо, чтоб свет от люстры гнал сон теней. Дворец безмолвен, дворец пустыни. Беззвучно шепчет мне ряд легенд. Их смысл болезнен, сюжет их длинен, как змеи черных ползучих лент. А сердце плачет, а сердце страждет, вот-вот порвется, того и ждешь. Вина, веселья, мелодии жаждет.
Но ночь замкнула, где их найдешь? Сверкните мысли, рассмейтесь грезы, пускайся муза в экстазный пляс. И что нам призрак, и что угрозы? Искусство с нами, и Бог за нас. Муза Ивановка, охотничий дворец Павла I. Впрочем, на что люди надеются, чего они ожидают от установления информационной связи с мыслящими морями, перечни переживаний, связанных с существованием, бесконечным во времени, существованием столь древним, что, пожалуй, сами моря не помнят собственного начала, описание желаний, страстей, надежд и страданий, рождающихся в живых горах при моментальных образованиях, превращение математики в бытие, одиночество и смирение – сущность. Но все эти знания невозможно ни передать, ни переложить на какой-либо земной язык. Любые поиски ценностей и значения будут напрасны. Станислав Лем, Солярис. 1911 год. Элегия. Вы мать ребенка школьнических лет, и через год муж будет генералом, но отчего на личике усталом глухой тоски неизгладимый след. Необходим для сердца перелом, догнать, вернуть, сказать кому-то слово, и жутко вам, что все уже в былом, а в будущем не видно и былого. Впрочем, не таких, скорее поэтичных, чем научных откровений ожидают сторонники контакта. Даже не признавая себе в этом, они ожидают откровения, которое раскрыло бы перед ними суть самого человека. Соляристика – возрождение давно умерших мифов, яркое проявление мистической тоски, о которой открыто в полный голос человек говорить не решается, а надежда на искупление – глубоко скрытый краеугольный камень всего здания соляристики. Станислав Лем, Солярис. С. Тойла, 1915 год. Что за счастье? Что за счастье быть вечно вдвоем, и ненужных не ждать визитеров, и окружных не ткать разговоров? Что за счастье быть вечно вдвоем? Быть с чужою вдвоем нелегко, но с родною пьянительно сладко. В юбке нравится каждая складка, пьется сельтерская, как клико. И сегодня у нас, как вчера, но нам завтра не надо иного. Все так весело, бодро, здорово, море, лес и ветров вера. Но неспособные признать эту правду соляристы старательно обходят любое толкование контакта. Они причислили его к лику святых, с годами он стал для них вечностью и небом, хотя вначале, при трезвом еще подходе, контакт был основой, вступлением, выходом на новую дорогу, одну из многих дорог. Станислав Лем, Солярис. 1916 год. Быть может, и любит, да только не скажет. Да только не скажет и чувств не покажет. А раз не покажет, так что в этом толку? Да, что в этом толку любить втихомолку? Надеждой терзает, надеждой тревожит. А может быть, вовсе не любит? Быть может. Сколько дорог ведет человека к его контакту с живым существом? Живое всегда открыто, и всякая теодицея надумана. Не надо оправдывать трансцендентальное за все то зло, что без берегов. Мы сами сооружаем его. Иногда полезно посмотреть себе в глаза и заметить бревно, когда столько рассказано и открыто, а мы все не видим и не слышим. Живое любит, а может быть, вовсе не любит. Сомнение от недостатка взаимного чувства. Живое любит, быть может, как женщина, втихомолку, и с тем же материнским страданием живое помогает появиться на свет малому человеческому «я». Меня ожизнил Бог экстазом осиянным. Любовь живого не обманна, ибо если закрался обман, не было бы того действия, когда над бездною появились любовь и небо, душа и плоть. Дерзкий полет над землей, усталый клин, страна без границ, Солярис великолепным сиянием поражает глаз. Земля чайками взмывает в небо. Трагические руки радостно простирать к ним
и лететь, лететь на север. Что Эрик Ингрид подарил? Себя, свою любовь и север. И более не надо ничего. Все Эрик Ингрид подарил. Право, мы никогда не были одиноки, ведь с нами неизменно великое эго, живое сущее, с которым плодоносен и златотрубен наш полонез. Любовь и нега, наслаждение и красота, все жертвы мира, принесенные и приносимые лишь для того, чтобы звери бежали из зоопарка, птицы покинули клетки. Ингрид прозревает. Влюбленный Эрик целует ее. Кругом только снег без грязи и долгая жизнь без вранья. Итак, океан существовал, жил, думал, действовал. Возможность свести проблему Солярис или к бессмыслице, или к нулю, мнение, что океан отнюдь не существо, а поэтому мы ничего или почти ничего не проигрываем, зачеркивалось навсегда. Теперь люди, желают они того или нет, должны учитывать такое соседство на пути их экспансии, хотя постичь его труднее, чем всю остальную Вселенную. Станислав Лем, Солярис. Кто осмелится идти за поэтом? От мира надежд и иллюзий, от частного «я» к миру идей и свершений, к мыслящему эго трансцендентального. Таков путь творчества, жизненный путь. Это экспансия бытия над небытием, смысла над бессмыслицей. Выбор за нами, и только в нем наша свобода. Ночи отчаяния и вечный полярный день. Над ослепительной белизной севера к черной полоске земли белых журавлей перелет. Эпилог. Я выполнил свою задачу, литературу покорив. Бросаю сильным на удачу завоевателя порыв. Но, даровав толпе холопов значение собственного «я», от пыли отряхаю обувь и вновь в простор, стезя моя. Схожу насмешливо с престола, и ныне, светлый пилигрим, иду в застенчивые долы, презрев ошеломленный Рим. Я изнемог от льстивой свиты, и по природе я взалкал. Мечты с цветами перевиты, росой накаплен мой бокал. Мой мозг прояснили дурманы, душа влечется в примитив. Я вижу росные туманы, я слышу липовый мотив. Не ученик и не учитель, великих друг, ничтожных брат, иду туда, где вдохновитель моих исканий Говор Хаб. До долгой встречи! В беззаконце веротерпимость хороша, в ненастный день взойдет, как солнце, моя вселенская душа. Октябрь 1912.